Идемте, Илона ГБ! Знаешь, какой у меня скин? И это я просто взял вот этот телефончик в руки. Как? Игра только началась! Сюда, перхоть! Меня сзади убили! Ставь залку 83 косаря, дорогой. Чек, ему нужна кнопка стрельбы. Мне кажется, что телефон быстрее, чем ты думаешь. Ты будешь покупать сейчас АВМТХ, понял? Братик, только не говори мне, что ты не знаешь, что это такое. Это Infinix Note 12 2023 G99. Это самый крутой телефон, который я себе прикупил, естественно. И прямо сегодня я буду с него записывать нереально крутое видео, которое я потрачу очень много голдишки. Наверное, это рекорд за историю моего канала, потому, мужики, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну а мы стартуем! Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я впервые в жизни играю с телефона. Я никогда до этого не играл. Я не знаю, что из этого выйдет. Самое интересное то, что я играю на Инфиниксе. Самое интересное то, что я прямо сейчас буду под все скины, с которых меня замочат. И совершенно случайно против меня попалась одна падаль по имени Тик-Так. Поздоровайся. Ну привет, братишечка, смотри на меня, я перед тобой стою. Ребят, пожалуйста, прожмите лайкусик. Я скажу честно, мы играем в эскалацию, это очень жестко, то есть тут главное не проиграть. Блин, пацаны, как вы вообще играете на этих телефонах? Я вообще не могу прыгнуть, чувак. Ты хоть понимаешь, какие скины у меня стоят, дорогулечка ты моя. Кстати, ну я если там убрался. Ааа, чувак стреляет по мне, стреляет. Это я потестрел, сколько у тебя хп осталось? Не-не, чувак, пыжи, давай мир. Ляма, команда. Ой, хана, не поты, хана, не поты. Гранаточку. Реально тебя убил? Чувак! Чувак, зрат, это 1000 голды, это 10 кейсов. Не-не, чувак, это rival кейс. Погнали открывать. Я покупаю rival кейс. Блин, какой же он дорогой. Все, просто захожу, покупаю и прямо сейчас открываю. Блин, если мне упадет нож, это будет лучший день в моей жизни. Rival кейсик, я тебя прошу. Можно? О, твой сетрек, сетрек! Вот это да! Я не верю своим глазам. Сегодня удача повернулась ко мне. Не попой, как обычно, а лицом. Да! Сейчас, а сколько он стоит? Вот просто интересненько. А ну-ка. О, 2400! Имба! Ну что, ребята, я уже говорится, я уже на опыте, буду играть. Блин, пацаны, мне будет так стыдно, если я не сделал ни одного килла. Чувак, Сань, а где бомба? Куплин. Б-план. Чувак, у меня сейчас скин есть такой нормальненький, больше косаря почти стоит. Ой, ля-ля. Я говорю, умрешь? Чувак! Чувак! Как? Игра только началась! А знаете, почему слился? Потому что я залюбовался этим AMOLED-экраном, ты еще не. Погнали открывать кейсик. Открою еще один rival кейс. Это дорого. Все ради контента. Мужики, если вы лайк не поставили, я не знаю, что вы делаете. Мужики, за такой крутой контент надо реально поставить лайк, подписаться, написать какой-то хороший комментарий. Видите, мне даже что трекер про карбон выпал. Надеюсь, я больше не буду помирать. Так, ребят, ну в третьем раунде я должен хотя бы сделать килл, потому что это просто позорище. Вы понимаете? Ну, и меня и так все называют потом. Ну, пацаны, я реально с телефона не умею играть. Я вообще не знаю, как вы играете с ваших этих, блин, телефонов вонючих. Слушай, телефончики не стреляют, особенно Infinix, не стреляют, мой любимый, лед. Infinix, это топ, ребята. Ты знаешь, какая там камера? 50 мегапикселей, дорогулечки, ты моя, поэтому положительный. Хоть писюнчик свой видит. Попал! Прикинь, я по кому-то попал впервые. Где моя команда? А ты где? Чувак, да я тут возле двери, но чувак по мне не стреляет. Ой, кого-то замочил! Чувак! Нет! Я тебя почти забыл. Еще один кейсик, ребята. Вперед его открывать. Ну что, ребят, меня опять измочили срарки. А знаете, что это означает? А это означает то, что я иду и покупаю кейсик. Вот так вот. Я его уже купил. Открываем. Минус 250 голды. Пока-пока. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это было прям опасненько. Ну что, ребята, я люблю эту игру. Так, ну все, ребят, в этом раунде, я говорю сразу, я буду играть по полной программе. Слышишь? Чувак, я еще играю не хуже всех. Я тебя заранее предупрежу, хочешь? Знаешь, какой у меня скин? А, ну-ка. Прослушай. Слышал? Чувак, я без звука играю, ты гонишь? Короче, у меня ВМТХ, чувак. У тебя ВМТХ? Я тебя просто предупредил. Не, чувак, пожалуйста, не стреляй, прошу, просто я уже не ищи, пожалуйста. Не. Так, чувак, короче. Ля, мой тиммейт стоит, тупо смотрит, чувак, иди, две попочкой. Ладно, ребят, надо брать все в свои руки. Фух, поехали. На, нахуй. Ааа, Саня, это я! О, я кому-то мыслю. ВМТХ! И
Идемте его покупать. Прямо сейчас мы заходим на рынок и идем покупать AWM Treasure Hunter. Ой, дорогой. Заходи на AWM Treasure Hunter. Ты понимаешь, я потрачу всю мою голду на этот AWM Treasure Hunter. Ой, а давай ты у меня. Давай ты у меня за 80. У тебя? За 83 косарика купишь. Не, чувак, это не смешно. Это просто не смешно. Ставь закуп 83 косаря, дорогой. И чувак, на кнопку, и наводи, и наводи на кнопку заказать. 83 чувак, 83. Раз, два, три. Чувак, я не знаю. Я тебя прошу. Да. Я и так очень много голды потратил на это видео. Очень много голды. Я тебя прошу, я тебя умоляю. Пожалуйста, Ты будешь покупать сейчас АВМ ТХ, понял? Чувак, нет. Дорогушечка, считай до трех, говорю. Раз. Два. Три. Я выкупаю. Стоп. Давай просто один раз скажешь. Я немножко нуб, и я тебя прощу. Я не немножко нуб. Давай. Не, ставь закуп. Сейчас ты закуп. Я немножечко. Так чуть-чуть. Нуб. Все, ладно, так уж и быть. На первый раз прощу. Но если второй раз я тебя убью с АВМ, ты ее покупаешь, ты понял? Ну что, ребята, продолжаем дальше играть. Я вам скажу так. Я когда зашел в эскалацию, я даже не ждал, что будет все настолько быстро. Я последний раз в жизни снимаю в этом режиме, чувак. Сейчас скоро нищим стану. Фух, ребята, все, максимально аккуратненько. Поехали. План Б. Саня, это я, это... Блин! Дорогулечка! Что? А ты на скинчик посмотри, ты на скинчик посмотри. АКР Некромансер Статрек? Минус косарик. Идемте покупать. Я просто хожу на АКР Некромансер, я попробую не плакать. Я... Отверди. Минус 1100 голды. Я больше сливаться не буду. Ребята, знаете, что самое классное? Самое классное, что телефон не лагает. Тут MediaTek процессор, понимаете? Это телефон, это просто пушка. Тут, ребята, лагает Кента ПК. Блин, ну я не умею играть с телефона. Все, ну научи. Мне кажется, что телефон быстрее, чем ты думаешь. Чувак, что ты понимал? Я сделал кнопку выстрела настолько прозрачной, что даже не вижу ее, понял? Я чисто рандомно нажимаю на экран. Так, ну что, пацаны, погнали. Блин, где кнопка стрельбы? Чувак, мы победили! Это трендец. Братва, что мы? Команда! Надо нажми тап, посмотри свой счет. У тебя счет больше всех. Ну что, пацаны, учитесь. И это я просто взял вот этот телефончик в руки. Что будет дальше, не знаю, это игра первой жизни. Что будет, когда я там поиграю, там, не знаю, день. Или два, или три. Чувак, слышишь, а прикинь, как на телефончике с 1000 нит смотреть видосики интересные. Амолет экран, 6,7 дюймов. Какая же это имба. Ты прикинь, видосы жага-жага посмотреть на таком экране. Чувак, в спину, когда крыса зашла. Опять кейс открываем. Погнали открывать. Ну что, с вами нуб АПК на проводе, и мы тратим еще голду! Блин, потому что меня звучили страрки! Давай аркана! К сожалению, аркана не выпала. Мы идем дальше в игру. По-любому, кто-то по-любому в команде... чувак, да встань, это я! Как через стенку, блин! Бьянка. Я твой рот труба шатал, ты что делаешь? Ля, она тупо всю команду выносит, она тупо минус 3 сделала. Ну все. Чувак, я сейчас... Идемте покупать еще один кейс. Ну, ребят, это только начало, поэтому, говорится, ничего страшно. Эмочка Лизард, хорошо. Хэштег, непогано. Еще и статрек, реально непогано, все починено. Больше мы не сливаемся, потому что будет нормально. У Бианки эмочка за 20 косарей. Чё? Так, первый идет приманка. Кто это? Кто это? Отстаньте, пацаны! Блин, чувак! Это нереально. На 50 хп. Мне попа. Мне полная попа. Пожалуйста, пощадите. Ля, кто-то сверху. Блин! А, фух, это комонка. На комонку можно и копить. Погнали покупать. Здрасте. Это снова я. Да, я опять слился. Чисто слился, как полный бот. Я не знаю, пацаны. Ну вот, просто напишите, что вы думаете по поводу моей игры одним словом. Прямо сейчас в комментарии. А я открываю очередной фейбл кейсик. И знаете, что мне подают? Конечно же, мой любимый джинс за Starfall. Люблю.
Чувак, посмотри на мой счет. Я отвечаю, я не знаю, пацаны, кто играет с телефоном, я просто каждому из вас даю грамоту. Вы просто нереальные типы. Просто нереальные. Ну что же, ребята, а мы продолжаем играть. Кстати, ребята, прикиньте, я недавно знал, что у тебя так это уже есть такой же телефон. Братик, расскажи, что ты скажешь по поводу нового 12-23? Иду в туалет, включаю ютубчик, беру Infinix с собой всегда. Вот ты шо, пушечка. Так, ну что, ребята, Анели, прямо сейчас максимально аккуратненько, максимально сейвово. Надеюсь, что ты... А, чувак, это я! Отстань! Давай, Тим, давай, Тим, давай, Тим, давай, Тим! Чувак, отвали, отвали! Чуваки, ему нужна кнопка стрельбы. Я отвечаю, ей кнопка стрельбы потеряла, осталась. На этом амулет экране мы сейчас разложим любо кого. С этим медиатек процессором, который вообще ни единого провисания не дал. Санечка, ты иди, дорогулечки, ты мой. А ты иди, а ты иди, дорогулечки. А, вот ты запрятался. Так, ребят. Меня вынес бот галимый какой-то. Ща, бот у тебя в трусах. Ляма, у тиммейта замочили, брат. Чувак, чисто битва бомжей. Отвечай. Чувак, 1-1 остался, да? 1-1. Подожди, а мне надо платить или дефьюзить? А, мне дефьюзить! Ну тебе повезло, понял, что он тебя убил? У него скина не было. Это уже не смешно! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мне что-то плохо стало. Все, мужики, погнали. Метро Люмино, работаем. Надеюсь, мне сейчас выпадет М110 Кибер. Ай, блин, выпал Desert Hill Ace. Повезло, повезло. Кстати, ребята, знаете, что самое интересное? То, что тут 8 бета-оперативы, прикиньте. В этом Infinix'е. Ну вот, 12-20-23. Да чувак, чтобы ты понимал, там еще ее, по-моему, разогнать до 13 можно. О, братик, все, у меня есть кнопочка прицела. Ой, хорошо, дали маслину. Сюда, перхай. Меня сзади убили, а это ты, крысюк. Крысюк, это называется, опа, не пропьешь, чтобы пытки были. Ляпа, мне стреляют, отвалите. Отвалите. А что ты высоко много? Пацаны, дефьюзим. Надеюсь, они хотя бы умеют дефьюзить. Фух, они умеют дефьюзить. Ну что, ребята, ну надо лайк за это прожать. Блин, я сколько голды уже потратил. Чувак, я надеюсь, дорогих скинов не будет, правильно? Да, дорогой. Я не пойму, у меня куда-то пропали все мои скины. А, стоп, это же ты меня взломал. Ух ты, па, ты па, ты такая. Кто в ребер крысит? А, это я! Блин! Я меня тут же убил. Идет покупать еще один кейсик. Чувак, у меня чисто видео с покупки кейсов. Так, почтенный, уже что-то мне уже не до шуток. Ну как так можно сливаться? Как вы играете с этого телефона? Я вообще не понимаю. Это что-то просто нереальное, почтенный. У меня были самые лучшие телефоны в мире. На медиатек процессоре. Я все равно сливаюсь. Да, ребят, походу дело не в телефоне, а в моих руках. Уважаемые подписчики, пожалуйста, прямо сейчас все поставьте лайку, подпишитесь на мой канал, если вам жалко кента. Пацаны, я отвечаю честно, я не знаю, как кто играет с телефона, это нереально. Чувак, я взял АВМ. Вот сейчас будто реально жестко. 10 секунд, насчитывай, тебе в голову даю. Я сейчас тебе сам дам голову. Чувак, не стреляй. Ой, хорошо-то как. Блин, да! Тебе повезло, чувак, тебе повезло. Сколько тебе хп осталось, скажи мне? Чувак, 9 хп, это полная попа. Блин, чувак, меня симпл замочил. Ну что, ребята, с вами рубрика Нуб АПК открывает Fable Casing. Погнали, фух, ребята. Повезло, что хотя бы не какой-то Mavic TH. Vibes and Tactical. Да, хороший скин. Идемте обратно в игру. Кстати, ребята, прикиньте, пока мы играем, я проверил, я зарядил телефон за счет быстрой зарядки уже на 30% буквально за 5 минут игры. Обалдеть, конечно, это классная быстрая зарядка. Знаешь, как я себя чувствую? Я такого бота замочил, только что. Чувак, я себя чувствую с Сильвером. Отстань, чувак, где другие скины? Побежали, все, побежали. Ля, у вас типа ФК стоит. Ну что, братик? Да блин, чувак, тебе повезло, я сзади с ножом бежал. Я почти добежал до тебя, типа, я тебя почти ножом зарезал, чтобы ты понимал. Ну что, ребят, давно не виделись, да? Открываем еще один Fable Casing. Пожалуйста, пишите прямо сейчас в комментариях Аркана. И прошу, чтобы мне повезло на будущее. Умоляю, хэштег Аркана. Так, ну что, ребята, знаете, почему проигрываю? У меня такое ощущение, что это из-за плохих скинов. Ой-ой-ой. Ты крысюк! Чувак, это называется опыт не пробежал. Пытки были. Ля, чувак. Ля, я буду крысить. Я буду крысить. Отстаньте. Не, пацаны. Это было ухо. А, как? Это трындец. У чувака скин за 20к.
А, это рарка, фух, ребят. Ну, ну что, погнали блин, покупать у него... рарочку. Слушай, мне вот интересно, я выпью хотя бы одну аркану в мире сегодня. Ну, вот, ну блин, хана я бот. О, легендарка, спасибо, спасибо, спасибо. А сколько я уже голды потратил? Пацаны, кто посчитает, сколько я потратил голды, получает лично от меня 1000 голды. Поэтому посчитайте и напишите в комментариях. Отстань! Нет, чувак, я последний раз в жизни снимаю подобную рубрику на телефоне. С вами дищики, да пока я опять слился, хана я бот. 1210, я покупаю впервые нож. 1210, давайте. Раз, два, три. Может, какой-то добрый человек. Ух. Мне за 3 слили. Мне за 3 слили. Иди сюда. Ух, хоть что-то хорошее в жизни происходит. Слышишь, чувак, а что у тебя за операционная система? Братик, Xos 10.6, Android 12. Слышал о таком? Я думаю, слышал. О, слышал. О, это нормальная тема, кстати. Брат, я очень нормально. Брат, Infinix это вообще самый популярный бренд. Ну, один из самых быстро растущих. Я думаю, в будущем будет самым популярным брендом в России. Потом, братик, о, вот так вот. Так, ну что, погнали. Метро, блин, работаем. А! Ой, ой, чувак! Дорогуша, дорогуша, опять ножик! Опять ножик! Фу, откуда косарь, ты взял? Все, косарик, дорогуша, косарик! Идемте покупать еще один нож. Тридет! Я опять слил. Это как? Это как? Я уже потратил просто все мои бабки. Ладно, все, ребят, я, короче, ставлю запросик, я не знаю. 1203... Блин, 1203 голды. И будем ждать. Возможно, надеюсь, какой-то добрый человек сольет мне по запросу. Пожалуйста, брат, я тебя умоляю. Слейте кто-то по запросу, не знаю, если есть какие-то силы свыше, прошу, прошу. Ну, я и так нищий, выделись, как голды потратил, это вообще ненормально. Так, заказать. Все. Встретимся, когда мне кто-то сольет. О, чё? Мне опять тот же самый тип слил за 603 голды. Так, ребята, я не понимаю, что происходит. Это не постанова, честно. Честно. Пацаны, ну реально. Ну, отвечай, ну багалима. Тупо на пепу галиму на перхоть. Идемте дальше. Надеюсь, я больше сливаться не буду. Слышишь, Саня, а ты когда играл с телефона, у тебя сколько килов было? Я ж понял, я же играл в дуэльку. Там другой. Иди сюда! Ой, хорошо, так как, чувак, такой массивный послал. Ну шо, я сейчас буду раздавать. Дорогуля, я сзади! Чувак, а надо было тебе на нож взять, надо было тебе на нож взять. Чувак, отстань ты с этим ножом! Идемте покупать еще один скин. Все, кто играет на телефонах, я вам жму руку и буду падать в колени, потому что, ребята, вы просто для меня герои. Открываем еще один фейбл кейсик, потому что я, как обычно, слился, и меня замочили без скина. Так, 5-7 Tactical. Да ты шо? Сашка, снимаешь? Мы обратно идем играть, ребят, я не знаю, что делать, это просто невозможно. У меня еще команда полных ботов. Бля, чувак, ну что ты делаешь? У меня тиммейт по моей голове бегает. Ладно, мужики, все, я буду брать все в свои руки, максимально на опыте. Кому маслину? Кому маслину? Здесь я выжу... Не-н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 е. Еще один кейс. Просто без комментариев. Ну за что, блин? Ну как так можно сливаться постоянно? О, эмочка Лизард. Ну даже не статрейт, ну зашибись. Короче, ребята, я вам скажу так. Я индейец, бом-бом-бом. Я манал еще хоть раз жизни играть в эту вонючую противную эскалацию. Это просто... Ну что же, уважаемые подписчики, с вами был Кента ПК, который играл на лучшем телефоне в мире. Телефон реально очень крутой, всем советую, называется Infinix Note 1223, поэтому, пацаны, всем советую, телефон просто, всем советую. Быстрая зарядочка, обалденный экран, NFC-датчик, все как надо, все по фишучку, мощнейший процессор, поэтому, пацаны, в играх будете играть просто, конфетка. Ну что же, мои уважаемые подписчики, прямо этой секунды все прожали по лайку, и обязательно подписались на мой канал и написали любой хороший комментарий. Я надеюсь, вам понравилась эта рубрика, потому что это было просто что-то с чем-то. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока-пока. И я тоже был, пацаны, всем пока. Пока!